пленку снять вовремя. Инфицирование – мой новый термин. Значит, когда у вас таких случаев будет много, да, это мне фотографии писали. Вот это роскошный абрикос, я понять не имею, что здесь написано, то он может быть даже не мой, не знаю. Вот, а это самое, а косточка могла быть моя, а может тоже не моя. То есть побег вот этот подвойный. Не в этом дело. Вот, даже, я замечал, что даже когда вообще не просыпается, некоторое воздействие оказывает. Это примерно как там манту, или как он называется, манту. В общем, это для того, чтобы некоторую культурность можно придать даже таким путем, даже с помощью неприжившегося этого. И вот мой новый термин. Касается этого привет, поэтому и это. Значит, ну, естественно, что здесь мне вот это коробит, это все, это мой сад. Вот. Вот это вот надо было раз, два, три, четыре, все уничтожить, отрезать, вот рано, 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 рано. И запятая, ну, некогда вам все это показывать, что вот эта ветка конкурент. А обычно вот это идет верхняя, как правило, она вертикальная. Значит, ветки конкуренты, вот это двойное, обычно бывает после обрезки. Я обрезал вот здесь. Вот так вышло, вот как вышло. Это пошло вверх, это почти вверх. Ее надо это, просто, я тогда думаю, ну как можно, там написано было, ну, литература популярная, там 3 миллиона экземпляров, это не шутки. Вот тут надо отрезать рано на кольцо, но зато это, она потом не рухнет. То есть, представляете, зачем ждать, пока рухнет, давайте сразу искалечим. Ну, я придумал вот такой запасной вариант. Когда вот эти почки пойдут в рост, они пойдут в рост. Вот, вот эта ветка станет просто второстепенной. Не крупнее, согласитесь. Вот эти уже крупнее ее. Не крупнее этих. И она потеряет вот это значение. А я потеряю страх, что обломится и переломит. Она не просто ломится, она может так обломиться, что погубить пол дерева. Вот. Это случайно, может, проходили. Вот это, значит, я вам рассказывал. В принципе, жизнь вот таких вот побегов недолгая, но я имел в виду, как их назвать-то, корневые отводки. Они всегда как-то уступают там 10 раз, допустим, по диаметру, а здесь нет. Здесь манжурский абрикос он взял и это самое, каким-то образом. А снимок старый. Вот если вы приглядитесь, да, я сейчас это, помните, я говорю, что я не буду себя щадить. Вот прямо я выбираю фотографии, которые меня не то что позорят, но, может быть, в какой-то степени это принижают. Явно, что вот это был не какой-то второстепенный побег, а почти такой же, согласны? То есть вот это вот было нижняя скелетная ветка. Как она оказалась под низом? Вот. В таких случаях поздно, это самое, как говорят, пить боржоми, когда отвалился печень. Вот, я просто его привел для чего? Не садите глубоко косточки. Раз. Так. Вот. И второе. Если уж представим себе, что не посадил глубоко, а нормальный, ну вот такой вот можно использовать для испытания, допустим, нового сорта. Так обычно не растят, в таком состоянии абрикосы вырастают, когда по-настоящему мощные. Нагрузка страшная. Десятки килограммов. Все это рушится. Но испытать можно. Вот. А показал, вот, чтобы видели. На старуху бывает пророка. Есть ранний железо, есть поздний. Ранний садил, как все. Вот эта фотография из моего сада. Вот. Смотрите, я садил, проваливалась. А потом только первый же это самое, я спохватился. Посмотрю сверху. Снег, потом вода стоит. А ниже почва. А куда? Снег-то таял-таял и дотаял до сюда. И остался тут это самое, как полное ведро с водой. Ну, снег растаял, а ниже это земля замерзшая, дальше не уходит. Караулы, вот, показываю, вот спасение. Я тут же взял ножницы по металлу и прорезал каждому такие дырки. И вам показываю. Успел, спас. Вот. И еще инфицирование. Ну, в принципе, я вам уже такой показывал, зацикливаться не буду. Страшнейшая ошибка. Я никогда не могу это понять. Ну почему пишут? Ну прививайте на высоте 40 сантиметров. Очень распространенный. Почему? Чем ты руководствовался? Почему ты не привил у земли,
в 10 сантиметрах выше, 20, 30, 40, ну и для страховки 50. А потом, когда у тебя, допустим, 100 деревьев лучших оказалось на такой высоте, или на такой высоте, почему ты тогда, я обращаюсь к авторитетам прошлых лет, сейчас, да сейчас они же, это как это самое, перепечатки, вы знаете, интернетом без размера. И вот получается, что я выбрал фотографию по какому принципу? Ну вот смотрите, вот это вот ясно, что мы с вами чуть ниже будем проходить, если успеем, то, чего вы не любите. Закон соподчинения почек. Ну, видите, опять, вот сейчас скажет теория, пошел спать. Вот. Дело в том, что здесь могло быть так. Допустим, вот это, неважно, вот это. И тем более вот это. Но здесь уже начало разрушаться, видите? Вот разрушается. Вот это. Это значит, например, почка была восьмая, вот на этом уровне. А помните ветки, я вам показывал, прививочные, так сказать, которая сверху, которая культурная. Вот. Допустим, была третья. И даже если это и это один вид, даже если они от природы одинакового роста, но прививка на восьмую почку, я вас немного знакомлю, пока вы не отключились с законом соподчинения почек, на восьмую привили третью, она будет обгонять обязательно. Программы разные. А вот если бы вот тут вот привили бы, не было бы, и вот этой страшной раны бы не было. А те, кто вот просто, вот знаете, почему мне не нравится еще, когда коротко, сжато, вот, и без разъяснений. Вот привайте на высоте 40 сантиметров, и хоть ты, а почему? А в журнале один написал, а Железов советует, хорошо фамилию упомянул, вот, не так это, чем этот небезызвестный садовод якобы. Хорошо фамилию упомянул, Железов советует земли, а я вот высоко, и у него это, прекрасно сажится на высоте 40 сантиметров. Знал бы он, как мало им жить останется после этого. Вот вам пример. Один. Вот уже обгоняет, видите? Вот. А потом уже болезни начинаются. Это только кажется, что так все просто. На этой высоте, когда, допустим, вот так вот, это подвой. А снега, допустим, вот так. Ну, как у нас. Да, да, вот, вот многие же мне рассказывают, вот клянусь Богом, что... Чуть ли не с каждого региона пришли письма, что вот у нас всегда снегометр, а тут, надо же, морозы трещат, снега нет. Вот здесь вот, он отмерзает, он весь отмерзает, да еще подводит эти морозостойкие. Нет у него морозостойкости, быть не может. Все дерево погибает. А помните, я вам показывал там прививки у земли, а чуть ли не из-под земли торчат эти культурные ветки. Вот. Вот этот саженец мне привез, я рассказывал про уникального минусинца, который мне подарил 20 сеянцев персика, который сейчас самый морозостойкий в мире. Я не скрываю фамилию, имя, отчество. Вот, я показывал его фотографию, вот там, где это, он с двумя ведрами, только это мои были эти плоды, у меня в саду, я ему подарил два ведра абрикосов, плодов роскошных, ну, средних, ну, роскошных, ну, которые можно и садить косточки, которые плевать не обязательно, но культурные. И вот, значит, он мне прислал, в другой раз приезжал, вот эти два саженца таких. Я говорю, господи, Александр Алексеевич, ну черт, тут-то привили. Вот. Так положено. Вот человек старой закалки, старая гвардия, не переубедить. Вот. И вот он до сих пор растет, 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 сколько лет прошло. Вот это не место прививки, вот место прививки. Еще раз говорю, всем, кто это придумал, это дело, вот. Ну, посадите 100 штук, ну, разбейте хотя бы по 20, по 30, привейте на разной высоте. Ну, сколько же можно людям-то голову морочить? Это я говорю, я человек, который, еще раз говорю, редко кто в нашей стране, у нас же если там поток, допустим, а помните, как это говорят, один пришивает пуговицы, другой пришивает карманы и полуводят. А так и тут, питомники же, разделение труда, никто же не видит результат.